Берем обыкновенную кока-колу. Поливаем. Снять поближе, что вот есть ржавчина. Ну да. Кока-колу продемонстрируй. Кока-кола. Вот кока-кола. Самая обычная, которая продается в каждом супермаркете. И сейчас проведем эксперимент. Результат налицо. Пейте, дети, кока-колу. Чаще. И вот сейчас конечный результат. Как видите, всё. Напиток многофункциональный. Помогает во всем. Пейте. Пейте и запивайте.